Я расскажу одну притчу. Когда Господь показывает сонное видение человеку, говорит, ты молишься, я рядом. Вот видишь, песок, вот мои следы, вот твои следы. Вот мы вместе с тобой идем по жизни. Я рядышком с тобой. И вот наступили у него болезни, проблемы. И вот он засыпает и видит следы на песке только одни. И он возроптал, говорит, Господи, ты же говорил, что ты всегда со мной. Почему же твоих следов нет? Говорит, это не твои, это мои, это я тебя на руках несу.